У меня вот такой товарищ есть, он постоянно, он сам депутат, и вот какие-то у нас вот кто-то приезжает срочно, там губернатор, там помощник губернатора, команда его приезжает, и вот он срочно там ответы он хочет нам дать. Вопросы напишите, какие вопросы. Ну какие вопросы? В Николаевске-на-Амуре одни и те же вопросы. Вот одни и те же. Не надо ничего придумывать. Вот что вы придумаете? Какой самый главный сейчас вопрос? Вот сейчас самый главный. Какой на повестке дня? Их три. Вот, это врачи. Вот врачи. Это бродячие животные. Вот. И транспорт. Вот, три. Их можно менять местами. Добавляется потом, когда кончаются деньги, проеденные у администрации, кончаются деньги, объявляется чрезвычайная ситуация. Все. И тогда мусор копится, пока деньги не появляются. Тогда мы, получается, это самое, деньги находим, деньги нам дают, мы платим, чтобы мусор вывозили, потом еще платим штрафа 3-4 ляма сверху, и все. И все нормально, все опять. Остаются опять три вопроса. Опять врачи, опять животные безнадзорные и транспорт. Все. Меняйте их местами в зависимости от сезона эти вопросы. Задавайте эти вопросы, не задавайте эти вопросы. Пока здесь на месте будет вот так, как сейчас есть, то есть на местах похоронной команды самоуправленцев, ничего не изменится, ничего. Необходим совершенно иной подход. И те, кто этого не понимает, их надо просто менять. Все. Кем менять? Другой вопрос.